Здравствуйте, друзья! Все вы помните вирусный ролик Birchpunk, в котором на корове был изображен QR-код. Некоторые даже распознали ссылку об этом QR-коде, она вела на Twitter Дмитрия Рогозина. Сегодня вышел новый ролик Birchpunk, где нам показан космопоезд. И, конечно же, в этом ролике есть огромное количество отсылок и скрытых пасхалок. Если кто-то смотрел внимательно, то мог обнаружить аж 4 QR-кода в разных местах. This high technological utilization system. We don't need sanitarная зона anymore. All the stuff goes directly to the open space. Где у вас тут кривокапсулы? Прям проходите. We are on a SV wagon now. If you go far, you can go to stasis. Вам через 3 года выходить. Через 3 года выходить, говорю, просыпайся. Мой милый, и с тобой на потуше в Олимпе мы плясали до силы потерь. Хоть без сердца, но все же... Eins, zwei, drei, vier. Что интересно, если навести на них телефон, то не каждый телефон распознает, что там написано. Надо провести некоторые преобразования картинок для того, чтобы сканеры QR-кодов правильно распознали зашифрованные в этих кодах сообщения. Расшифровав сообщение, можно понять, что в этих 4 QR-кодах содержится очень простое сообщение. Смотрите на экран. Вуаля! Ну что ж, я хочу сказать, что меня зовут Роман Душкин, я эксперт по новым цифровым технологиям и вообще подрывным технологиям цифровой экономики. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на котором я публикую видеошпаргалки по всем сквозным технологиям цифровой экономики, искусственный интеллект, квантовые технологии, виртуальная реальность и все-все-все, что лежит в основе этого всего, что меняет наш мир и ведет нас в светлый киберпанк будущего.